Программа и функция помощи. Давайте теперь рассмотрим программное обеспечение Автоком для сканера CDP+. После запуска приложения для диагностики легковых или для коммерческих автомобилей или для протокола PASS-RU, вы увидите полностью русифицированное меню с перечнем поддерживаемых автомобилей и систем. Также в программе заложено много другой полезной информации, например, фотографии расположения разъемов, адаптеров, а также техническая информация по тем операциям, которые можно провести с конкретным автомобилем без обязательного подключения к его бортовой шине.